Семье. Видели, да, как мы перелазили? Видели. Камеру выключи, а то сейчас разобью. Камеру выключи. Всем привет, меня зовут Стас Агапов, и добро пожаловать на мое новое видео. В этом видео мы с моими друзьями отправились на один из кранов, который находится на набережной Днепра. Там просто мега топовый вид. Было очень много охраны, полиция, неудачные побеги, много диалогов, разговоров. Видео получилось очень насыщенное, поэтому обязательно не мотайте и досмотрите его до конца. Чё прибежит быстрее, чем мы зайдем? Короче, друзья, сейчас начинается адовая инфильтрация. Много охранников, много камер, и думаю, будет что-то мега годное. Погнали. Давай, Дима, я тебе помогу, потому что... Сильно не выглядывайте, давайте еще попрочекаем. Одна будка вон, будка там. Я никого не вижу. А, тут не хотелось пройти на самом деле. Где? Я не вижу. А, возле ворот. Короче, внизу уже стоят два чопа возле лестницы. А так как мы хотим перелазить по опоре на кран, то нужно подняться на самый верх, для того, чтобы мы были менее заметными. Поэтому поднимаемся наверх и будем перелазить там. Очень устал. А вот эти самые опоры, через которые мы должны будем переходить с балкона вон туда. Выглядит достаточно опасно. В одном из прошлых видео я когда-то делал похожее. Я ставлю ссылку в описании. И по сказках посмотрите. А? Там уже трое. Прикольно. Молодец, смотри. Где? Вон. Дайте дальше. Прижмись к стене. Ну тебе похер, ты в сером. Чоп заходит в будку. Вон там. Еще у нас есть страховка. И помимо этого... Не. Помимо этого здесь есть. Кстати, у нас по идее страховка, которая должна нам помочь. Да. Поможет? Да, теперь да. Серьезно? Сейчас на хвост или стягиваешь сюда? Сейчас пару минут отдохнем, потому что мы пока поднялись. Жарко просто, мы все вспотели. 10 минуточек отдыхаем. Будем переходить прямо. А дальше наша цель будет стрела вон того крана. Зак. Иди сюда. Это пояс, да? Пояс. Иди сюда. Одевай. Одевай пояс, а это вокруг крана. Вот сюда. Ох, блядь, на животе аж. В общем, друзья, смотрите, внизу у нас есть три чопа. Я не знаю, видели нас они или нет, но судя по тому, как второй чувак к ним с очень быстрым шагом ускорился и подошел, я не знаю, что сейчас будет. Но надеюсь, все-таки они нас пока не спалили, чтобы мы смогли залезть наверх и уже подняться туда. Влад одел страховку такую с веревки Сергея, да. Трейсера, самого Сергея самого Трейсера. Сергея Трейсера. Димка одел свою страховку, вот такую. А я тоже одел свою страховку. Да, а я буду лезть без страховки, просто переходить баланс. В общем, сейчас подождем, что эти три чувака сделают, посмотрим на их реакцию. Если начнется какой-то пидер-движ внизу, то значит, что у нас запало, и мы просто будем сейчас максимально быстро подниматься на стрелу крана и уже что-то творить там. А если нет, то, в принципе, у нас все идет по плану, так что сейчас две минуточки ждем, смотрим их реакцию и будем действовать. Вот, красавчик.
есть рация у нас. Ну что, друзья, мы наконец-то забрались. Уже на сам кран. Внизу полным ходом идут обходы охранников. Я насчитал около 6 человек. Очень много различных будок, бытовок со строителями. И так как на часах уже 5:51, практически 6 часов, это значит, что в 7 часов начинаются работы, и у нас есть всего час для того, чтобы пофоткаться, дойти до конца стрелы и сделать все то, что мы запланировали. Сейчас немножечко отдохнем и уже будем подниматься дальше. Что, как тебе залазь, Димка? Нормально. Нормально. Мне понравился. Влад с Димой там вообще перелазили, и так достаточно стрёмно со стороны было смотреть. Мне не так страшно было за себя, как за них. Это опасно. Вот вам вид. Зачем вы это делаете? Это же не серьезно. Простите, вот, Иван Петрович. Смотрите, охранники бедные за 6 тысяч переживают за ваши жизни. А такой беспредел творится. Это высотный цирк. Тогда на стрелу пошлите. Я помню, как вам понравился прошлый видос, где мы катались на стреле крана. Но, увы, у нас сегодня объект немножко посерьезнее. Охранников здесь практически в 3 или в 4 раза больше, поэтому мы не будем ничего подобного сегодня делать. Наша задача просто пойти пофоткаться, долезть до стрелы, потому что это один из объектов, на котором самая жесткая охрана. Ну, по крайней мере, так все говорят. Я не проверял, насколько она жесткая, поэтому не хочется лишний раз их провоцировать, учитывая, что и так нас много, и перелаз отсюда не один из самых неудобных, поэтому просто пойдем фоткаться. Так, Димка, садись, кнопки не клацать. Хорошо, спасибо. Штурвал не трогать. Спасибо. Потому что будет бабах. Видом придет дядя охранник и даст тебе по попе. Понял? Ну, конечно. Тут есть ситуация, и можно будет потом пообщаться с ним. И машем, и сейчас нам надо пойти еще дойти вон туда в конец, пофоткаться там. На часах 7:10, мы были на конце стрелы практически 20 минут, все потому, что мы не могли долго подключиться камеры к телефону для того, чтобы сделать крутые фоточки. Вот, но мы уже, в принципе, совсем справились. Чопы, которые нас спалили, уже, наверное, даже нас не ждут, потому что реально с момента, как спалили, уже, наверное, час прошел, если не больше. Вот, и мы сейчас немножко подзарядим наши камеры, и минут через 5-10 уже начнем спускаться. Кстати, ребята, кому нужны тапочки, здесь есть очень модные тапочки. В общем, друзья, у нас есть здесь рация, которой мы решили воспользоваться, потому что совсем недавно было 1 мая, и мы решили поздравить всех трудящихся, а именно наших доблестных чопов. С 1 мая, мужики. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия в семье, чтобы дети росли, радовали вас, не лазили по кранам, как мы. Уже там пи***й, видишь, какой-то внизу. Я пока никого не вижу. Но в той будке шевелятся. Давайте тогда слазить, блядь, пока не... Вон там кто-то вышел, вон там два чувака. Там никто пока не выходит. Молчат. Ну,
поздравили, то хорошо. Ну, все, они не слышат. Может, друзья, в общем, включены. Мы дружелюбные, мы попытались, мы поздравили. Видите, нас игнорируют. Ну, не получается. Мы хотели сделать годный контент, пообщаться. Мы вот такие на контакт идем, не убегаем, они молчат. Поэтому будем спускаться, идти сейчас разбираться с ними, что это такое, почему нам не отвечают. Либо по крану, да, типа делаем адекватный вид, а потом все. Просто если мы сейчас начнем убегать по этой хуйне, мы не успеем съебать. Ну, они им быстрее, ну, мы же будем все равно на первый этаж. Ну, да, они только загрязненные будут, но как там снизу? Ну, спускаемся вниз, типа делаем вид, что принимаемся, там уже, если что... Это снизу, это не туда, если что, съебать, потому что здесь некуда, особо съебать некуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам всех хватит кранов, чтобы вот это всем Киевом заладили. Нет, а все нормально, мы же просто зашли, пофоткались. Мы не школьники, нам не по 10 лет. Да не, ничего, мы так чисто полазить. Ну идемте. А что, вы тоже сегодня работаете? Мы думали, выходные у всех. Ребята, не дай бог. Нет, а мы взрослые. Не, ну понятное дело. Ну, ребята, это же незаконно, понимаете? Кто будет отвечать за вас? Это просто незаконно. Чего нету? Не, ну по факту для нас ничего опасного. Может, для кого-то есть опасно? Вы думаете, вы без статьи нет? Есть уже на вас статья? Какая? Да, это же не статью выбрали. Охраняемый объект. А где написано, что он охранит? Нету паспорта, но прошу без слуха все равно. Интересно просто. Мы не больше... Нет, а мы же уже залезли. Я вам скажу, глупо приходишь, по лестничной площадке. Так мы так и поднялись. Мы так сделали. А потом перелезли на кран. Мы перелезли по кран, пачем железку. Да? А потом спустились, потому что видим, выше уже, что мы будем бегать. Что мы ждем? Зараз Вова выйдет. А давно, кстати, заметили, ну, что мы лазим? А тоді, коли кран обесточений був. А може не знаємо точно, ми вже в кінці просто спускались, ну і все. Вже замітили потім. Зараз скажу, десь було... Де-то так було... 5 з копійками. Ну, почти одразу. Угу. На балконі, наверное, коли ми збиралися перелазити, то виділи нас. А виділи, так, да, як ми перелазили? Виділи. Ну, со страховкою перелазили. У нас, наверное, не часто так, да, перелазят? Не, у нас такого, знаешь, не то, что не часто, а у нас такого взагалі немає. Мы можем дать вам советы, где у вас зоны такие, где можно перелезть? Я сам знаю, где зоны у меня. Так а что ж пролезли? Не додивились. Есть такие, есть, да, такие. Потому... А потом такие вот школьники как раз и падают. Да. Да, а потом их хороним, потому. От того, що я трупа вивозив, то мені достатньо. Що там. А скільки років було? 28. Ого. Тоже прийшов полазити? Да? Ні, не полазити. Просто випав з ведмішки. Ну, это, ну, рабочий ваш какой-то или... А, я думал, кто-то пришел полазить. С этим началось. С кем не прогуляйтесь, покажете это место. Так, где-нибудь все пройдемся. Ну, пошли. Так, куда все? Так, о чем? Я тут зачекаю с вами. Ну, идем, я с тобой пройдусь. Там как раз елочка и вот прям под эту штуку. Так она наоборот только помогала. Ну, она тихонько получается, и все. А потом вот
Не, ну там в любом случае не сюда, и так бы все равно залезли. Ну просто, что вы поставили, если был бы просто забор, он бы гнулся еще, но не каждый бы смог пуша порвать. А так стекловато перешагнулось. Руки обычно бантуют эластичными винтами, что ли? Не, ну тут сам бы забор расшатался, и услышали, по крайней мере. А так там с елки ногу перекинул, и все. Пошли назад. Видите, можно на крышу сходить. Да, можно. Не, якусь. Так не, спокойно, там никто не будет лезть к нам. Ну там такие, ну, жилые дома, можем там жильцам что-то сказать, там своё, её не надо так делать. Я было такое, что поднимался на 27 этаж и просто такое подходил до стен. Ага. Капец, я туда лечу. Все, то не моє. Это Сандерополис! Здравствуйте. Та вот эти шкодники. Я по крану, да как бы не лазят и лазят. То, что они потом нас видели, начали кабинки сижаться очень трудно. Я не знаю, что там могли скрутить, поломать. Кран просто без крана. Вот все. Не, он работает, видите, значит, все хорошо. Кабину залазывал? Не, мы кабину. Она открыта просто. Мы еще втроем, еще четвером все вместе. А что вы залазывали, снимали? Да мы просто зашли, пофоткались, да и все. У нас была цель на стрелу, мы сходили на стрелу. Здесь вроде территория, как бы, охраняем. Да мы зашли, сфоткались, да и все. Увидели охрану, спустились. Зашли, сфоткались, нормально. Как обычно. Прикольно. Вам пошкодовали? Надо подняться в кабину и посмотреть. Если там есть крановые часы, напиши. Можем подняться мы. Вон же он там. Ну да. Подойди в прорабу, поймай любого из прораба, пускай крановому позвонит. Смотри, что у нас снимал. А? Что у нас снимал? Фотки делал. А? Заряжаю. Сейчас, или я сейчас сам подойду. Классные фотки. А? Да, классные фотки. Ну, на Днепр, сами представьте, с крана, панорама, какая красивая. Стрела была бы... А как ты туда вылазил? По самому крану? Ну, по балку. Не, ну мы зашли вон на доме, а вон потом через балку перешли на кран. Офигеть. А потом на стрелу туда наконец. Нет, ничем занят. Не, ну формально есть. Давайте ваше прозвище. Мищенко. Владислав. Да, да. А, не, я там не понимаю. Я сюда добавляю и зараз. Владислав. Валерьевич. Что там? Фоточки. А, прошлые. Вот. О, это очень много фотографий. Это качели. Это качели. Ну, это вот опускается крюк на этот, на крышу и на нем катается просто. Позвать кладовщика. Тут пока нашли, пока созвонились. Да я его буду писать? Ну, можешь, наверное, напишет. Извините, пойду. Прямая. Куда же я их спрятал? Интересно. Так, где рация, пацаны? Да, достаем. Наверное, в трусах. Да, уже через забор пизги перекинем, еще вы не заберем. Ну, рация так рация. Сейчас обыщут, ничего не найдут, да и все. Да куда? Зачем? А зачем мы это? Если бы мы что-то воровали, да, мы бы, ну, не стояли, не ждали 40 минут. Не разговаривали бы ни с кем просто. Только возможности ждать было. И все. Куча возможностей было, а смысл от этой рации. Ой. Ну. Не спешить, можливо, за будущих поставил и на самом-то деле мы видели, она была. А, она у нас есть на видео, ну, как бы мы ее снимали. Была там, да? Конечно, была. Ну, она на видео есть, как мы уходили вместе с ней. Видео беспрерывное было. Можем и посудиться, мне типа все равно адвокат есть. Зараться. Не я же буду платить. Есть? Правильно, ты меня чуешь, но я хочу знать, чи... Камеру выключи, а то я сразу бью. Камеру выключи. Я для себя снимаю. Це... В тебе есть рация? Будет запрещена. Нет. Что нет? Я для своей безопасности снимаю. Ну я сейчас нарушу закон и разобью ее нахер. Просто Ну, будем, значит, судиться, если нарушите закон. Ну чё? Зачекайте, зачекайте. Информация пошла на то, что немає рации у вас на кране. Как это абсурдно. Повідомте мені, будь ласка. О, ты мы только что по рации передавали команду, поэтому уж не будет. Так когда по рации, есть рация.
Есть номер крановщика? Да хрен там, мене він є. Никаких претензий нет. Все, все доброго. Давай, Ромат. Все. Ромат, как первый. Удачи вам. Я вже з вами давно до ним розібрався. Тоді, коли треба втікати. Рад, я ж вам говорил, давайте ми уйдем. Все, все доброго. В общем, друзья, вот такая интересная история у нас получилась. Надеюсь, вам понравился этот видос. Поэтому поставьте нам большой палец вверх за такой вот мега эпичный, не знаю, неудачный побег. Кстати, получилось реально очень круто и интересно. Мы, кстати, специально не хотели убегать, потому что мы хотели просто узнать, что будет дальше. Потому что видели, что охранники, в принципе, адекватны. Ну, один из них, по крайней мере. И нам было просто интересно узнать, что будет в конце. И я еще больше всего удивился с этой нестандартной ситуации, когда второй охранник, который был в зеленом, начал нам втирать какую-то дичь, что якобы пропала рация и так дальше. И я потом за кадром еще показывал видео с камеры, где ясно видно, что рация осталась в кабине крана. В общем, полицейские тоже с этого всего очень дико угорнулись с них, потому что это все было настолько, я не знаю, просто неадекватно и странно, что... Ну, в общем, вы все видели, поэтому подписывайтесь на канал, если не были подписаны, ставьте лайки и до новых встреч.